вот тут лоток этот. Забрала милиция же все. Все. И лохмотья эти, которые горела одежда, все. 30 января пенсионерка Раиса Дорожкина проснулась ночью от сильного запаха гари. Дым шел из ванны. Войдя в нее, женщина к своему ужасу обнаружила сына, объятого огнем. 53-летний мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения и зашел в ванную, чтобы покурить. Из-за непотушенной сигареты загорелись вещи в комнате, а затем и одежда на мужчине. Я еще и потушила, все тряпками тушила. Этот из-под него вытащила. А он пьяный, ничего не соображает даже. Вот, все вытащила, этот вытащила, и давай тряпками все, его это пламя, все, тушить, тушить. Приехавшая на место скорая помощь доставила мужчину с сильными ожогами в центральную больницу. Но, несмотря на все попытки медиков, спасти его не удалось. В этом доме по адресу Шоканова-Лиханова, 6, также произошел пожар, унесший жизнь человека. Трагедия произошла 29 января. По словам пожарных, о возгорании в одной из квартир им сообщили жильцы дома. До приезда противопожарной службы у соседей имелись запасные ключи от входной двери квартиры. Они самостоятельно открыли дверь, но проникнуть внутрь уже не смогли из-за сильного задымления. По приезду пожарных выяснилось, что в квартире горят постельные принадлежности. После осмотра жилья спасатели обнаружили тело 55-летней женщины. По словам жильцов пятиэтажки, покойная соседка часто выпивала. Она была хороший человек, но водка ее сгубила. Водка сгубила ее и курева. Вот она из-за курева, наверное, и подушки загорелись. Как и в предыдущем случае, пожар произошел из-за неосторожности при курении. Как отмечают сотрудники противопожарной службы, это самая распространенная причина возникновения пожаров. 65% – это неосторожное обращение с огнем населения. Дальше уже идет, ну, сюда относится и неосторожность при курении, опять же, все вместе. Затем идет нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. По данным честников, с начала года в Темиртау уже произошло 19 пожаров, в которых погибли 2 человек. Искандер Байкенов, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.